Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот арбузы мои разрослись, и наступило время, когда их нужно обязательно привязывать к веревке, к шпагату, к шпалере и формировать куст. Потому что, видите, уже появились пасынки. Вот вчера я приходила, подвязывала вот этот арбузик, обрезала. И сейчас я расскажу о способах формирования арбузов. Говорить буду только о тех арбузах, которые нужно формировать обязательно, и которые без формировки, ну как, не то что не дадут урожай, а урожай будет не очень хороший, потому что именно нормировать нужно количество плодов и количество плетей. Много плодов арбуз не осилит, и не созреют они, или созреют в очень долго будут созревать. А так как я живу в сибирском регионе, и у многих такой же климат, как у нас, холодный, то нам нужно ускорить созревание, чтобы в короткое лето, во время короткого лета, мы успели получить все-таки спелые плоды, а не просто зеленую зависть. Поэтому рекомендуется, вот, ну я южные районы не имею в виду, их мы сразу убираем, потому что там они... хоть сколько, наверное, созреют у них плодов, длинное лето. Я говорю про всю остальную, про среднюю полосу России, про Сибирь, про всякие северные регионы. Если мы не будем формировать арбуз, он у нас не вызреет. Или будут много маленьких некачественных плодов. Все зависит от сорта. Если у вас мелкоплодный сорт, можно оставлять 4-6 плодов. Если крупноплодный сорт с 10-килограммовыми плодами, то больше двух завязей оставлять нет смысла. Они будут тормозить друг друга и не успеют вызреть. Лучше оставить два плода, но будет качественный, спелый, сладкий арбуз. Вот у меня я выращиваю мелкоплодные обычно, огонек, сахарный малыш. Можно 5-6 плодов оставить на них. Но опять же, это все зависит от региона, от ситуации. Если у вас ожидается или уже идет такое же знойное, жаркое лето, то можно завязи оставить больше. Смотрите по лету. Если лето неудачное, дождливое, много пасмурных дней, не солнечных, то плодов нужно оставлять меньше. Все зависит от солнца, от солнечной погоды. Потому что арбуз это южное растение, ему нужно солнце. Как формируем? Формируют обычно двумя способами. Опять же, еще раз уточню, я не говорю про гибриды. Гибриды обычно формируют в один стебель, все лишние побеги удаляют, и все, никакой там сложности нет. Я говорю о сортовых арбузах, которые я выращиваю. Я выращиваю только сорта, те, которые дают семена, чтобы получить свои семена. Магазинные семена я не покупаю, не высаживаю, потому что они плохо всходят. Я беру только вот такие свои семена. Формируют так. Первый способ. Вот видите, два валяются нижних, а мы, они были вот здесь. Самые первые две нижних плети мы безжалостно удаляем. Потому что обычно на этих нижних плетях, вот эта плетья называются первого порядка, которые идут от основного, как сказать, стебля. Вот эти плети первого порядка, две нижних мы убираем. Растение подвязываем, закручиваем вокруг шпагата. Вот так вот крутим, крутим. И будем крутить так очень-очень высоко. Следующие, которые не нижние, а средний и вот этот высокий ярус, верхний и средний, мы оставляем в том случае, если на них будут арбузики. Вот зависть появилась с арбузиком. Эта плеть остается. 5 листиков после арбузной завязи оставляем и прищипываем. Также ее подвязываем. Когда арбузик начнет увеличиваться, в сетку поместим. Но это я потом покажу. И подвесим. Все. Вот этот первый способ формирования. Убираем нижние. Следующие, вторую, третью, будем наблюдать за ними. Арбузик как появился, прищипнули и дальше. Центральный стебель мы не трогаем. Второй способ формирования, он проще. Не надо ничего выискивать, растут они плети, вот выросли. Одна, вторая, третья, все и боковые всякие.
вы основной стебель привязываете, вот так вот, закручиваете вокруг шпагата, все бесплодные плети отщипываете. Вот вы видите, что здесь нет арбузика, вы ее убираете. На второй тоже нет. Ну как, ну нужно подождать, чтобы они хотя бы немного расцвели, чтобы тут цветы вот такие показались. И вы смотрите, есть арбузы или нет завязи. Вот видите, вот маленький арбузик. Если на плете вы увидите вот такой женский цветок с маленьким арбузом, но надо ждать, когда он будет с маленькое яблочко, вы эту плеть оставляете. После арбуза считаете 5 листьев. 1, 2, 3, 4, 5. И верхушку прищипываете. Все. Дальше, там, где есть арбуз, плеть выращивать не нужно. Ей достаточно одного арбуза. Все, вот таких оставляете 4-5 завязей. Ну, можно 6 арбузиков маленьких. Остальные все бесплотные плети удаляете. Это будет второй способ формирования куста арбуза. Но есть еще третий способ. Я сегодня не буду рассказывать. Он очень сложный. Я боюсь, что вы запутаетесь. Там побеги первого порядка, побеги второго порядка, побеги третьего порядка. Их надо формировать, оставлять. Там какие оставлять, какие удалять. Для этого нужен отдельный видеоурок. Я потом расскажу. Он применяется только в самых северных коротких районах, в этих холодных районах, где короткое лето. Применяется он для того, чтобы ускорить созревание. Ну вот пока что вот эти два способа. Выбирайте. Или вы будете сразу вот удалять вот эти, формировать. Или вы будете ждать, когда они разрастутся, и смотреть, на каких есть зависть, на каких нет. Вот один из способов, я думаю, вам подойдет. Или такой, или такой. Я удаляю вот эти сразу, чтобы было светло, чтобы они не загущивались. Не было загущения. Вот. Я вот это удалила, вот один у меня уже женский есть с арбузиком, буду ждать, еще 4 дождусь, и остальные буду все пасынки удалять. Ну, как я их тоже называю, пасынки. Прищипка очень важная процедура на арбузах, так же, как у помидор. Если вы оставите лишние плети, лишние вот эти вот бесплодные ветки, они будут высасывать с арбуза соки, это будет в ущерб формирования завязи. Формируйте арбузы, прищипывайте, лишнее удаляйте, и тогда у вас ваш арбуз поспеет намного раньше. До свидания. Когда будут плоды размером с грецкий орех или с маленькое яблочко, я покажу, как я подвешиваю их в сетки и сколько все-таки оставлять нужно арбузов крупных, сколько мелких. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край.